А где же князь Чунин И? Князь Чунин И провел 8 лет в темнице Цзунчжэн. После освобождения он помог государю разоблачать чиновников-интриганов. Он уничтожил паршивую овцу рода Чан. Я должен поблагодарить его. Князь Чунин И прибыл! Подданные Нин И приветствуют государя. Великий князь, вот и князь Чу. Эрни, должен ли ты поприветствовать великого князя? Государь, я нахожусь здесь. Не как князь Чу Нин И, а как верховный цензор Нин И. Передаю вам доклад цензората. Секретарь. Слушаю. Зачитай это. Повинуюсь. Доклад Линь Жэньци. Государь, я благодарен за возможность трудиться для вас. Сделаю все, чтобы не дать преступникам разрушить порядок в империи. Я пишу это, чтобы указать на 10 важнейших проступков великого князя Минхай Чан Юаня. Прошу, расследуйте их тщательно. Во-первых, он воспользовался родством с семьей государя, чтобы влиять на дела двора. Он воспользовался вашей милостью. Это ложь. Отец, прошу прощения за вмешательство. Линь Жэньци убит пиратами. Шестой брат, позволь спросить, откуда у тебя этот доклад? Я не потерплю очернения репутации князя Минхай и того, что шестого брата какие-то злоумышленники используют для заговора против верного человека. Отец, прошу, разберитесь. Шанэр, в чем-то ты прав. Эр... Откуда у тебя доклад? Отец, я получил его от того, кто убил Линь Жэньци, от пирата Чэнь Шао. Как ты можешь верить доказательствам, полученным от убийцы? И ты пользуешься ими для обвинения великого князя Мин? Отец, поступок шестого брата опечалит всех верных людей этого мира. Секретарь, слушаю. Ты уверен, что доклад написан Линь Жэньци? Докладываю, государь. Почерк действительно принадлежит Линь Жэньци. И печать тоже, несомненно, правительственная. Великий князь Мин, что ты можешь сказать? Государь, не сомневайтесь. Я знаю, что доклад этот действительно написан рукой Линь Жэньци. Сомнений нет. Дядя? О чем ты говоришь? Неужели, великий князь, ты узнал, что Линь Жэньци желает донести на тебя, и не смог стерпеть? Убил его. Говорят, от верных помощников избавляются, когда нужда в них пропадает. А я-то думал, что нас с вами связывают узы дружбы. С тех пор, как мы сражались в одном строю. Старые раны все еще напоминают мне об этом. Государь...
Теперь меня не выносит. Великий князь, небо и земля — свидетели нашей дружбы. Но поскольку я император, я не могу игнорировать доклады служащих. Государь, да, вы император. Вы мудры и примете справедливое решение. У меня тоже есть доклад. Он касается следователя Лин Жэньци. Зачитай его мне. Чан Юань докладывает государю. Следователь Лин Жэньци вступил в сговор с пиратом Чэнь Шао, чтобы притеснять и использовать людей. Я раскрыл его преступление. Тогда Лин Жэньци сговорился с Чэнь Шао, чтобы очернить меня. Но разделив добычу не поровну, он был убит Чэнь Шао. Говорят, нет спасения от беды, которую ты сам на себя навлек. Прошу, расследуйте тщательно, государь. Князь Минхай, вы узнаете это письмо? Вы узнаете печать на нем? А? К Чэнь Шао. Встреча через 3 дня. На том же месте. Серьезное дело. Я должен спросить великого князя. Что это за серьезное дело? Сколько вы заработали на нем? Дорого ли обошлась вам жизнь, Лин Жэньци? Нины, чья подпись в письме? Подписи нет. Только эта печать. Этот человек необходим миру. Государь, вам она должна быть очень знакома. Князь Минхай, ты наглец. Как ты смеешь использовать данную мной печать для переписки с пиратами? Князь Минхай, ты признаешь вину? Государь, я признаю. Дядя, с тех пор, как получил эту печать от вашего величества, я хранил ее в сокровищнице. И не смел ей пользоваться, никогда бы не подумал, что ее украдут. Я был беспечен. Признаю свою вину. Великий князь. Князь Минхай. Какой же вы толстокожий. Смеете давать такие объяснения? Говорит, печать украдена. И заменяет вину в убийстве служащего простой халатностью. Вы... Но... Где свидетели? Вот. Народ Минхай. Мой свидетель. Государь, это
Петиция от народа Миньхай. Сказано, что люди Миньхай надеются на возвращение великого князя. Молят государя наказать и уничтожить злодеев, чтобы очистить имена верных. Миньхай! Миньхай, часть Тяньшен этой петицией! Вы показываете государю, что Миньхай принадлежит вам? А? Князь Чу, ваше высочество, что вы такое говорите? Государь доверил мне управлять в Миньхай от его имени. Много лет прошло. Я преодолевал трудности и был верен долгу. Я никогда не просил награды. Я не смирюсь с подобными обвинениями. Ладно. Это уже слишком. Нин-И, доложишь мне снова после тщательного расследования. Ваше Величество, у меня есть свидетель, Чэнь Шао. Прошу вас позволить Чэнь Шао войти и опровергнуть слова князя Миньхай. Отец, мы во внутреннем дворце. Как можно впускать сюда какого-то головореза? Мы все просим государя позволить Чэнь Шао войти ради спасения народа Миньхай. Мы просим позволения! Мы просим позволения! Отец! 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 Мы просим позволения! Мы просим позволения! Мы просим позволения! Мы просим позволения! Отец, подумайте! Впустить Чэнь Шао! Князь Миньхай! Вы боитесь? Преступник Чэнь Шао приветствует государя. Подними голову. Ты тот пират, что убил Лин Жэньци? Да. Ты знаешь этого человека? Государь задал тебе вопрос. Когда простой человек попадает во дворец, он понимает, что значит страх. Мама, почему ты всегда носишь этот браслетик? Он помогает добраться домой в безопасности. Я спрошу еще раз. Ты знаешь этого человека? Чэнь Шао. Чэнь Шао. Чэнь Шао. Не знаю. Ты что, Чэнь Шао? Как сказал нам князь Чу, ты утверждал, что князь Миньхай просил тебя убить Лин Жэньци. А теперь ты говоришь, что не знаешь его. Значит, либо ты обманывал, либо князь Чу специально оговаривает князя Миньхай. Враг моего врага — мой друг. Ты смел и умен. Я виноват. Я так виноват. Но пока я не могу умереть. Или смерть следователя Линь будет напрасной. И народ Миньхай будет вечно жить в муках. Я уверен, ты не сможешь убить, не оставив улик. Я
Я нес чушь. Я лгал князю Чу, чтобы спасти свою жизнь. Зачем ты лжешь? За ложь перед лицом государя казнят. Я умоляю, государь, казните меня. Я совершил гнусное преступление. Я оболгал князя Минхай Чан Юаня. Позвольте мне умереть. Ах ты, смутьян! Посмел лгать мне! Увести его! Отец! Отец! Все это подозрительно. Прошу, позвольте мне расследовать. Расследовать? Что еще ты хочешь расследовать? Нин-И, ты оказался неразумным главой Цензората. Позволил преступнику обмануть тебя и оболгать верного человека. Из-за тебя князь Минхай был глубоко оскорблен. Отец. Отец, я женщина и не должна вмешиваться в дела совета, но кажется, я одна могу сказать то, что остальные не смеют. Я просто хочу спросить, как шестой брат, мудрый и талантливый, мог быть обманут пиратом? Боюсь, кто-то подговорил Чиншао оболгать великого князя. Отец, нельзя убивать Чиншао, нужно разобраться. Князь Чу просто глупец. Он верит, что у пирата, вора и убийцы есть совесть. Как такой дурак может жить в этом мире? Уму непостижимо. Умоляю государя приговорить меня к смерти. Ваше Величество. Ваше Величество. Если Чиншао умрет сегодня, не станут ли и князя Чу, и князя Минхай всю жизнь осуждать из-за этого? Взываю к мудрости, Вашего Величества. Ты что? Хочешь, чтобы я простил преступника, лгавшего мне? Государь, ради князя Минхай и князя Чу нельзя убивать Чиншао. Отец. Государь. Государь, не утруждайте себя заботами об этом человеке из Минхай. Я сам смогу разобраться. Отец, я всему виной. Прошу, позвольте забрать Чэньшао и продолжить расследование. Государь, по моему мнению, следует отдать Чэньшао незаинтересованной стороне. Это будет справедливо. В таком случае, передаю Чэньшао принцу Нинци. Спасибо, государь. Сын и подданный повинуется. Князь Чу, ваше высочество, как вы повзрослели.
подданные Чан Юань приветствуют благородную супругу. Брат мой, прошу, встаньте. Брат мой, мы не виделись много лет. Я беспокоилась о вас, узнав, что вы в столице, тут же захотела увидеть вас. Я и не думала, что государь учинит вам допрос на этом перу. Я так переволновалась. Спасибо вам за заботу. Но раз я решил приехать, я был готов ко всему. Все свободны. Я желаю побыть с братом. Слушаемся. Брат мой, что же это? Думаю, государь очень обеспокоен из-за нашей семьи. Я приготовил это на всякий случай. Но вам не следует знать, что в ларце. Даже не заглядывайте туда. Если когда-нибудь это понадобится, я дам вам знать. Сохраните это. Никто больше не должен узнать. Так мы сможем избежать любых проблем. Я запомню ваши слова. Дядя! Дядя! Ниншен приветствует тебя. Это я должен приветствовать князя Янь. Дядя, не говорите так. Брат мой, мы же семья. Оставьте формальности. Присаживайтесь скорее. Прошу, дядя. Брат мой, нам нужен ваш совет в одном деле. Заботы благородной супруги — это и мои заботы. Место наследника свободно, в государстве неспокойно. Дядя, вы правы. Хоть Нин и возглавил цензорат, я все равно не верю, что он не хочет стать наследником. А Нин Ци кажется честным, но он любит действовать тайно. Эти двое стоят на моем пути к титулу наследника. И я хотел спросить у вас совета. Как мне стать единственным кандидатом в наследники? Брат мой, я также думаю, что пришло время получить титул наследника. Кажется, случай с Чэньшао забылся. Но, брат мой, подумайте. Если в Миньхао найдется какой-нибудь Лишао или Ваньшао, сможете ли вы вновь избежать беды? Не спешите, благородная супруга. Получение титула наследника не может быть организовано за день-два. Позвольте мне разобраться в мыслях государя. Тогда будет ясно, что делать. Но, дядя, промедление обернется неприятностями. Ваше высочество, спешка не приводит к успеху. Понимаете? У бывшего наследника была поддержка Чанхая. А разве у вас нет верных вам войск? О чем вы, дядя? Вам пора набраться опыта. Один, два, три, четыре, пять. Пять кувшинов? Разве достаточно?
Ваше Высочество, нехорошо пить в одиночестве. Добрым вином и пищей следует делиться с друзьями. Зачем же вы пьете один? Так, иди и принеси все лучшее вино. Директор Синь, разве вы не уговорите его не пить? Зачем вместо этого поощряете его? Иди и принеси, чего стоишь? Слушаюсь. Хорошее вино. Ваше Высочество. Дахуа строга со мной. Мне и глотка в месяц не достается. Хорошее вино. Вы пришли сыпать мне соль на рану? Чан Юань совершил непростительное и вышел сухим из воды. Брат Цзиянь, вы были правы. Я проиграл. Но лишь потому, что государь сдался. Давайте не будем об этом. Давайте просто пить. Пей и пой, ведь никто не знает, долго ли жить нам суждено. Здесь и сейчас я не директор Академии, а вы не принц. Давайте забудем и о вашем отце, и об этом мерзавце Чан Юане. Син Цзиянь, хорошо, просто выпьем. Вы пришли выпить со мной. Да, и потому нужно выпить, пить вино хорошо. Вино смоет все ваши обиды, и все ваши печали, и все заботы. А что, если я хочу забыть обо всем? Тогда я буду пить с вами всю ночь. Что, если я никогда больше не поднимусь? Тогда и я больше не поднимусь. Пусть наша мечта об империи и сама империя идут к дьяволу. Выпьем. 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 Еще вина! Ваше Высочество, после суток допросов, Чэнь Шао сказал только это. Он солгал князю Чу и очернил князя Миньхай. Он все сделал сам. Если надавить, он просит убить его. Вот и хорошо. Если бы он что-то рассказал, возникли бы проблемы. Мы не можем оскорбить ни князя Миньхай, ни князя Чу. Я не понимаю, зачем государь поручил вам такое сложное дело? Давайте дадим Чэнь Шао то, чего он просит. Пусть умрет, и закроем дело. Боюсь, кое-кто не обрадуется его смерти. Ваше Высочество, дурные вести. Я навещала матушку и встретила князя Чу. Идзюнь, не волнуйся, не торопись. Что именно случилось? Я тоже не понимаю. Князь Чу недолго беседовал с ней, а потом она заплакала. Кстати, он что-то говорил о кошеле с благовониями. А потом? Что сказала матушка? Ничего не сказала, просто заплакала. И князь Чу ничего не мог поделать. Только сказал что-то и вышел. Что он сказал? Сказал, этот надушенный кошель, наверное, уже уничтожен, но остался свидетель. Ли Цай, чтобы держать этот самострел, нужна сильная рука, иначе ты навредишь себе самому. На границе трудно жить. Его Высочество желает, чтобы оставшуюся жизнь ты прожил в достатке. Я никогда не забуду его доброту. Только боюсь, что не сумею теперь вернуть ему долг. Пустоши далеко. Я не могу сопровождать тебя дальше. Я выпью чая вместо вина за безопасное путешествие. Чаю! Иду, иду! Простите, простите. Не двигаться! Кто вы? Кто вы? Давай. Пустите! Пустите! Передайте своему господину. Князь Чу приглашает его прогуляться в горах завтра утром. Yeah.
Приветствую шестого брата. Оставим формальности. Братец Ци, разве мы не на прогулке? Зачем ты привел такую свиту? Я ничего не имел в виду. Можете быть свободны. Отличные лошади. Брат мой, что это такое? Открой и узнаешь. Братец Ци, подойди. Он убил человека. Он должен быть наказан. Но он лишь выполнял приказ. Потому не заслужил смерти. Потому я наказал его слегка. Считай это местью за смерть брата Чэньшао. А еще это избавит тебя от беспокойства. Благодарю за понимание, брат. Но зачем ты сделал это, брат мой? Такой прекрасный день. Давай прогуляемся. Брат мой. Простите за прямоту. Я слышал, вы навещали мою матушку. Вы поймали Ли Цая и вернули его мне. Я правда не понимаю. Прошу, объясните мне. Братец Ци. Если бы ты убил Ли Цая, защищая себя, мы бы встретились не здесь, а во дворце Фэнин. Знаешь, почему отец приказал тебе заняться делом Чэньшао? Он хотел моими руками убить Чэньшао? Мы оба знаем. Заслуживает ли Чэньшао смерти? Отец тоже знает. Еще важнее, что отец знает, что ты знаешь тоже. Понимаешь? Я знаю это. Все еще не могу понять. Ради справедливого порядка в стране. Не убивай Чэньшао из страха перед сильным. Или подчинись Чан Юаню, что унизительно, и забудь о справедливости. Тогда сын императора превратится в пса, охраняющего род Чан. Это зависит лишь от твоего выбора. Братец Ци, я присмотрю за тобой. И отец тоже. Ты понимаешь? Брат мой, благодарю за совет. Теперь я понял. Действительно понял? Действительно. Ваше Высочество. Хорошо, что ты в безопасности. Встань. Мне стыдно смотреть вам в глаза. Я понимаю, что у тебя должны быть причины. Пойдем ко мне сначала. Обсудим это. Встань. Не волнуйся. Его Высочество знает, что у Чан Юаня есть что-то, чем он запугивает тебя. Он поможет тебе справиться с этим. Встань. Не нужно. Я не стану утруждать вас своими проблемами. Иначе я не смогу отплатить принцу за его доброту.
Примите мое почтение. Чэнь Шао, для простого человека всегда трудно противостоять знатному. Тем более тебе, пирату, противостоять великому князю Чан. Если ты посмел сделать это, ты сможешь и жить дальше. Неважно, кто угрожает тебе. Помни, что Чан Юань безжалостный человек. Если отправишься обратно в Минхай, думаю, все равно опоздаешь. Почему не ценишь свою жизнь и не хочешь дождаться дня, когда сможешь отплатить врагу по закону? Ваше Высочество, я не могу остаться. В эти дни я видел, что вы сделали для свержения Чан Юаня. Я уверен, вашими усилиями род Чан будет уничтожен. Ваше Высочество, прошу, будьте осторожны. Я запомню ваши слова и постараюсь жить дальше. Хорошо, встань. Судья Лян в Цзияне, что в землях Минхай, мой добрый друг. Я немедленно напишу и отправлю ему письмо. Надеюсь, он поможет тебе. От всего сердца благодарю вас, принц. Береги себя. Государь, принц Ци пришел к вам. Сын и подданный приветствуют государя. Докладываю, Чэнь Шао был казнен. Я пришел доложить о завершении моего задания. Можешь встать. Спасибо, отец. Я просил тебя заняться делом Чэнь Шао, потому что ты один, не ищешь себе сторонников среди членов Совета и не оглядываешься на их мнение. Понимаешь мои мотивы? Простите за несообразительность. Я верю в мудрость отца. У вас свои методы ведения дел. Я лишь должен повиноваться вам. Ты всегда был откровенен. Я доволен тобой. Дело Чэнь Шао закрыто. Завтра сыграй с братьями в поло для меня. Я полюбуюсь на вас. Спасибо, отец. Позвольте откланяться. Цзяо Юань, слушаю. Почему все еще нет князя Чу? Он один опаздывает. Отец, может, у шестого брата дела на службе? Отец, не думаю, что нужно ждать его. Недавно он не сумел привлечь князя Минхай к ответственности. Он очень об этом переживал. Боюсь, ему стыдно показаться вам на глаза. Хорошо. Начинайте. На три удара. Покажите, на что вы способны. Да, государь?
слуга князя Чу приветствует государя. Князь Чу здесь? Докладываю, государь. Князь Чу объелся апельсинов и всю ночь мучился животом. Он просил меня извиниться перед вами за него. Животом? Он посылал за дворцовым лекарем. Государь, лекарь приходил и проверил пульс его высочества. Сказал, у князя кишечное расстройство. Ему просто нужно отдохнуть несколько дней. Хорошо. Позвольте откланяться. Джао Юань. Да, государь. Передай мой указ. Отправить гранаты, что прислали нам в качестве дани, в резиденцию князя Чу. Я немедленно сделаю это. Князь Чу, несомненно, оценит доброту вашего величества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.